К сожалению, стоит признать, что мы сегодня проиграли заслуженно. Соперник практически во всем нас переиграл. С такой самоотдачей, к сожалению, мы не можем рассчитывать на что-то больше. Я очень извиняюсь перед болельщиками, потому что такое безволие, оно не должно быть на футбольном поле. И очень обидно за тех людей, которые сюда приходят, искренне поддерживают и переживают за команду, а мы платим им тем, чем сегодня заплатили. Почему тактический план на игру? Я имею в виду, как вы хотели скрывать эту достаточно мощную и прочную оборону факела? Мы придерживаемся той модели, которую позиционировали еще с начала сборов. Но сегодня за счет очень большого количества брака в центре поля нам не удалось реализовывать задуманное, больше переводить мячи с фланга на фланг, оставлять наших крайних нападающих один в один с защитниками соперника для того, чтобы пытаться обыгрывать их. К сожалению, мы увязли в центре поля, потом сбились на силовую борьбу с соперником, которую мы постоянно проигрывали практически. И уже, ну и плюс нарушение игровой дисциплины, которое привело к назначению пенальти в наши ворота и ко второму голу. По Файзулину известно, что он не смог продолжить матч? Не знаю еще пока. Какой настрой нашинник? Ну, я думаю, что здесь ничего смешного нету сейчас, настрой. Настрой, у нас выхода никакого нет. Нам нужно побеждать, но, наверное, стоит покопаться в себе, каждому футболисту, для того, чтобы осознать вообще значимость их нахождения здесь и то, что безвольно и без должной самоотдачи и на поле делать нечего.